Итак, всем привет! С вами снова я, Зазепа. И сегодня я хотел бы поделиться с вами такими новостями и обсудить некоторые проблемы мегатанков. Ну, самая главная новость. Я все-таки набил акцию, получил себе Е25-го. Я этим, в принципе, очень доволен. Процент побит, как вы видите, 67, то есть очень неплохо. Что еще? О чем хотел бы я поговорить? Хотел бы поговорить, как мне эта акция вообще далась. Просто покажу вам результаты. Ну, я, правда, обновлял, но это за последние пару дней. 49% побед. 30 из 61. Смотря на мой рейтинг, можно сказать, что я играл довольно-таки хорошо и вытаскивал каточки. Вот последний бой, после которого я решил записать все-таки видео и поговорить на эту проблему. Ой, результаты. Результаты были таковы. 2707 дамага. Вот просто нанес. Ребят, я хотел обсудить такую проблему. Почему у меня кидает, блин, к аутистам, блин, последним? Вот даже они, да, 0 урона. Какая у него статка? Статка, ну, 50%, ладно, средняя. Но почему он ничего не сделал для команды, непонятно. Наверное, там зафокусили его, пацаны. Ладно. Вот они, да? ОИ, то есть экспериментальный, прошу прощения. 44%, 9000 боев. Это, простите меня, какой же он, блин, рак, что так играет? Даже ничего не сделать не смог. Он в тот момент, вот они вдвоем, они должны были сбивать захват. То есть, еще несколько танков были живы и могли бы что-то вот решить. Вся вот эта гульба, вот если бы меня прикрыли, я бы просто их расстрелял бы там на линии. Ну еще танков 5 точно я вынес бы, и там было бы уже проще что-нибудь делать, тащить. Хотя бы, ну, несколько танков больше выжило бы. И уже что-то более равный бой получился. Почему не сделают адекватного балансера, почему этот балансер не будет кидать мне к нормальным пацанам? Почему попадается так, что либо в одной команде дауны, либо в другой команде дауны, и победа достается вообще в легкую? Я вот этого понять не могу. Почему во время этих акций, блин, половину команды, то есть, повыползали просто рати, вот, которые просто играть не умеют. И повыползали, конечно же, нормальные пацаны. И нету такого четкого соотношения. То есть в нашей команде один нормальный чувак, а в их там, допустим, 3-4. Почему так? Почему эти люди могут играть вместе, скооперироваться, да? А вот в моей команде такого нету. Сделайте тогда балансер по уровням, не знаю. Еще очень вымораживало, вот я как, Е25 у меня не было, а я катал в основном на КВ-2 и на КВ-220 бета-тест. То есть у меня здесь было сколько там, по-моему, 59 или 60% побед, а на КВ-220 бета-тест, ну, в принципе, 70% как был, так и остался. Почему? Почему мне попадались одни дауны? Почему у меня процент побед был 38, хотя рейтинг у меня был практически бирюзовый? Я не понимаю этого. Сделайте адекватный балансер. На этом все. Я думаю, свой посыл я донес, особенно после этого боя. Да, вообще печально. Ну а с вами был Зазепа. Лайк, подписка, если вы согласны с моим мнением. Если хотите что-то дополнить, что я не сказал, пишите в комментариях. Всего хорошего, удачи и пока.